том, чтобы отвечать на вопросы, на любые вопросы в любое время. Поэтому нельзя выпадать из новостного контекста, ну, никак. Поэтому я все время сижу в новостях с утра до ночи. И вот агрегаторы этих новостей — это вот, собственно, мои профессиональные инструменты. Я все эти новостинки подобрал сам, все источники собрал сам за много лет. И я такое ощущение, что вот сижу в центре страны, и все рассказывают мне, что происходит у них. Ну, как это описать, я не знаю. Это все-таки такие вещи, которые с годами складываются. Такого лучше прямо лайфхак, не знаю. Я не знаю. Я не пытаюсь... Понимаете, любой лайфхак — это способ обмануть. Обмануть жизнь, там, судьбу или государство. Я не пытаюсь обмануть никого никогда.